Всем привет! Сегодня у меня обзор посылочки из магазина «Фея». Сейчас покажу вам визиточку. Вот такой магазин, который называется feyashop.ru. Я уже в Инстаграм выставляла пост, где я делала заказ. И сейчас подробно вам покажу. Девочки, посылка очень-очень большая. Много здесь у меня всего интересного. Ну, я надеюсь, вам тоже это будет интересно. Ну, во-первых, вот такое большое количество каталогов. Я, наверное, сделаю отдельное видео, где покажу вам все эти каталоги. Ну, чтобы видео не было очень-очень длинным, я разделю его на две части. Кому интересно будет посмотреть каталоги, то я вам с удовольствием покажу. Вот, смотрите, здесь разные фирмы представлены. Мне тоже интересно полистать. Я пока еще этого не делала. И хочу сделать это вместе с вами. Первое, что я хочу вам показать, это вот такая вот магнитная рамочка. А для чего она предназначена, мы сейчас вместе с вами посмотрим. Хочу показать вам на примере вот этой работы. Кто смотрит мой канал постоянно, уже видели. Это набор от фирмы Panna. Вот такой дракон. И здесь очень-очень сложная схема. А я сейчас поближе покажу. Вот, видите, насколько пестрая схема. Так часто меняются номера нитей. И теряюсь постоянно. Но я не люблю зачеркивать схему. У меня схемы всегда хранятся в таком виде, в котором они ко мне приехали. И что я хочу попробовать? Вот, посмотрите. Это вот такая рамочка. Она магнитная. Вот так она клеится между собой. Но сейчас мы посмотрим, будет ли она держаться на схеме. Вот так. Схема у меня сейчас свернута в два раза, в два листа. Очень удобно для тех, кто вышивает парковкой. Я парковкой не вышиваю, хотя я умею это делать. Но, допустим, вот такую схему, ее очень сложно вышивать каким-то другим способом. Ну, парковкой будет намного удобнее. Можно ее также передвигать. Но я не скажу, что магнит здесь очень-очень сильный. Я не знаю, как будет в несколько слоев. Но, допустим, вот так, как я свернула в два раза. Вот, и сейчас я ее закреплю. Ну, в общем, можно будет попробовать. В общем-то, я думаю, что очень удобная для вот таких вот очень сложных участков. Я, в принципе, вышиваю по цветам, и если большой разброс ниток, то, ну, возможно, в таких схемах неудобно. Но вот если такая схема, очень-очень сложно и вышивать парковкой, выделив квадрат. Сейчас я по размеру посмотрю, насколько здесь. Ну, получается где-то 1,5 на 1,5 квадрата. Вот так. Смотрите, у меня магнитная игольница. Опа! И магнитная игольница хорошо клеится к этой рамочке магнитной. Иголочка приклеилась. Вот видите. Ну, в принципе, нужно приспособиться к этой рамочке. И вот особенно, если вышивать парковкой, то удобно. Когда мы доделаем ремонт, я привезу станок. У меня есть напольный станок от Сереги Мастера. И там очень удобно будет закрепить. Ну, в общем, вот такое новое изобретение. Возможно, кому-то пригодится. Я ссылочку на магазин оставлю под видео. Ну и покажу дальше, что еще я заказала. Ну, для меня фаворитами являются наборчики. Вот такая новиночка от фирмы Риолис. Это бескорню, которая вышивается ниточками Анкор. Здесь не шерсть, здесь нитки Анкор, а также используется металлизированная нить, бисеринки. Вот такая вот классная бескорнюшка. Посмотрите, какая основа идет. Это, скорее всего, Лугана 25-я. Вот такого бежевого цвета. Цвет слоновая кость, наверное. Да, Лугана. Написано, что Лугана.
Скорее всего, вышивается через одно переплетение. Я думала, здесь канва 18 каунта, а на самом деле здесь идет лугана. Бисеринки, а также есть вот он, синтепон или синтепух. Нет, скорее всего, синтепон. Синтепон он идет метражом, а синтепух он идет на вес. По-моему, это синтепон. Ну ладно, не так важно. Наполнитель. В общем, идет наполнитель. Вот такая вот схемочка цветосимвольная. Ну, в общем, очень классная такая вещица. Вот смотрите еще, какие есть у фирмы Риолис игольнички. Вот такая еще есть без корню. Вот это очень красивая золотистого цвета. И вот нравится мне вот такая игольница, как ракушечка. Но здесь очень-очень много бэка, либо здесь используются какие-то другие техники, я пока не знаю. Вот смотрите, в середине жемчужинка. Я обязательно планирую... Там, кстати, не одна жемчужинка. В середине одна крупная, еще есть мелкие бусинки. Я, наверное, когда-нибудь закажу еще вот такую вот игольничку. Очень красивая. У меня, кстати, нет готовых игольничек. Пора бы уже взяться и вышивать. Так, дальше. Дальше вот такой вот наборчик. Это домик от фирмы Овен. Если вы внимательно смотрите мой канал, то похожий домик вышел у МП Студии на пластиковой канве. Но там домик немножечко пошире. Я уже его показывала. А здесь вот такой вот домик поуже. Я сейчас вам покажу оба и сравню их. Вот таких два пряничных домика у меня от фирмы Жар-Птица. Ну, это МП Студия, в принципе, одна и та же фирма, подразделение. И фирма Овен. От фирмы Овен домик 7 на 8, а от Жар-Птицы 9 на 12, чуть побольше. Оба домика вышиваются на пластиковой канве. Сейчас посмотрим, какого цвета канва. В принципе, бывает канва белого цвета, бывает прозрачная. Если для кого-то есть разница, хотя нет смысла вскрывать, потому что в наборах от Жар-Птицы может быть разная канва. В некоторых наборах вот такая белая, здесь белая, а в некоторых наборах прозрачная. Но я сейчас посмотрю в наборах Овен, какая используется канва. Потому что наборы от Овен на пластиковой канве я еще ни разу не вышивала. Боже, какая красота! Нет, девочки, я немножечко вытащила и не могу, чтобы не вытащить все до конца. Я обязательно должна вытащить и посмотреть, потому что это просто невероятно красиво. Я увидела краешек, и я должна это вытащить, потому что это невероятно красиво. Это очень-очень красиво, девочки. Вы посмотрите, какой бисер красный с зеленым. Очень-очень красивые цвета. И сейчас посмотрим нарезку ниток. Вот такая классненькая нарезка ниток. Кстати, фирма Жар-Птица удлинила нарезку своих ниток. Вот я хочу сказать, что Жар-Птица и Овен сейчас имеют одинаковую нарезку. Нормальная, в принципе, нарезка. Смотрите, у фирмы Овен сложено все петлей. То есть, эти нитки в два раза больше. В общем, нарезка длинная. У фирмы Овен нарезка в два раза длиннее, чем у фирмы Жар-Птица. Так, я вижу здесь две заготовки. Также будет одна и вторая сторона, будут сшиваться они между собой. И в наборе есть иголочка. В фирме Жар-Птица иголочки нет, а здесь иголочка есть. Ой, девочки, какое сочетание! Обалденное сочетание! Слушайте, мне прям захотелось вскрыть второй домик от Жар-Птицы и посмотреть разницу. Как говорят в рекламе, почувствуйте разницу, да? А я сейчас попытаюсь почувствовать эту разницу. Я думаю, вам тоже будет очень интересно сравнить цвета ниток. А здесь бисера нет. Посмотрите, цвета ниток похожи, но бисера нет. Вот я думаю, вот этот домик от фирмы Овен будет смотреться намного симпатичнее, чем домик от Жар-Птицы. Но не буду, конечно, раньше времени говорить. Когда вышью, тогда мы с вами сравним и посмотрим. Вот почему я сама люблю обзоры на наборы. Я всегда смотрю обзоры, когда выходят новинки. Вот видите внизу вот этот бисер красный и зеленый. Я сразу, когда посмотрела на наборчик, я даже не обратила внимания, что здесь бисер.
А я думаю, очень красиво будет смотреться бисер по-новогоднему, как будто это фонарики. Здорово. Классненький сюжет. Он поменьше. Вышиваться этот домик будет быстрее, чем домик от жар-птицы. Ну, для тех, кто не любит бэкстич, я, наверное, вас разочарую. Но я нормально отношусь к бэкстичу на пластиковой канве. Ой, смотрите, вот здесь еще по крыше везде идут бисеринки. Везде вот эти фонарики. Очень красивый домик. Обязательно к Новому году планирую вышить оба этих домика. Вот такой следующий наборчик. Матрешечки. Вам эти матрешечки ничего не напоминают? Вот, помните, я вышивала вот такие вот обереги, вот такие куколки. Магнитики, их 4 штуки. Вот они. И еще такие же матрешечки. Ну, правда, они красивые. Ну, посмотрите, какие они обалденные. Настолько проработана хорошо схема, хотя размер готовой работы небольшой. 5×9 сантиметров размер готовых работ. Но они такие классные, маленькие. Ну, большие матрешечки-то я тоже вышивала. Я уже не раз показывала. Вот это большая матрешка, еще не оформленная. Кактусики вот у меня еще не оформленные. Ну, я люблю. Вот вы видите, в этом сезоне я хочу вышить, наверное, всю жар-птицу. Ну, нет, всю-то, конечно, я не вышью. Но хотя бы какие-то наборы я вышью. Мне очень нравится. Ну, вы можете посмотреть мои предыдущие видео. И там есть у меня и оформленные есть работы. Ну, в общем, вот такие вот магнитики. А сейчас я вышиваю баночки с оленья. И следующие буду вышивать вот эти матрешечки. Они обалденные. А я, кстати, за ними гонялась. Их быстро разбирают, эти матрешечки. И вот как раз они мне попались в магазине «Фея». Вот такие два больших набора. Это золотое руно. Да, девочки, у меня скоро день рождения. Буквально скоро мне стукнет 50 лет. И все, я уже начала приобретать подарки. Вы видели уже отшивы на YouTube вот этой картины. И вы знаете, я хочу сделать обзор на вот эти два набора в отдельном видео, чтобы видео не было очень-очень длинным. Я сделаю обзор вот на эти два набора в следующем ролике. Видите, это жасмин. Я так давно хотела жасмин. Тоже не всегда она есть в наличии. Мне пришлось поискать. И нашла ее тоже в магазине «Фея». 43×26 сантиметров, 26 цветов. Мулине вышивается на канве 16 каунта. А дело в том, что на YouTube не так много девочек, которые вышивали вот этот набор «Жасмин». Но я считаю этот набор незаслуженно забыт. Это старый дизайн, это не новый сюжет. И мало кто знает, что вот здесь одежда у жасмин, посмотрите, расшивается бусинами и золотом. Вот видите, бусины и золотые нити. Вот в этом наборе золотые нити, а в наборе «Волшебный лес» там серебряные нити. Вот такая интересная комплектация. Вот такие два набора. Очень хочется вышить их в следующем году, но не люблю заранее загадывать. В общем, пусть все идет по плану. Обзор на эти наборы я сделаю. Я думаю, что вам интересно будет посмотреть обзор, особенно на жасмин, потому что «Волшебный лес» вы уже видели, а на жасмин мало обзоров на YouTube. И вот такой еще наборчик. Это тоже магнитики от фирмы «Панна», а также на пластиковой канве. Здесь канва уже, видите, идет прозрачная. Она идет прозрачная, не белая. И очень интересно, что это за планочка. Я, кажется, догадываюсь, это планочка. Это магнит. Наверное, он разрезается и клеится на игрушки. Я их называю игрушки, это магнитики. Но я их складываю в коробочку, придет внучка и будет играть. Посмотрите, сколько здесь получается. 7 штук вместе
А, нет, я думала, вот эти вот фрукты, это одна, а это три разных игрушечки. Да, три разных магнитика. Ну, я не знаю, вот эти совсем малюсенькие буду я вышивать или нет, но вот эти шесть магнитов я обязательно вышью. Сейчас покажу поближе. Вот такой самовар, чай с пироженкой. Вот такой красивый натюрморт, корзина с вином, с едой. Пикник, наверное, называется вот этот набор пикник. Яблочки в корзинке. Это кофейник, наверное. Может быть, это чайник, может, кофейник. Неважно. И вот такие пироженки. Ой, у меня аж слюнки потекли. Какие классные пироженки. Ну, видите, да, полюбила я пластиковую канву, хотя первое мое знакомство с пластиковой канвой было не особенно таким радужным. У меня очень уставали руки, болели пальцы. Но потом я подобрала иголочку нужного размера, и все пошло как по маслу. Так, кстати, не знаю, есть тут иголочка или нет, но когда мы с вами будем вышивать, естественно, я вам все расскажу. Какая комплектация мне понравилась больше? Овен, Жар-птица или фирма Панна? Ну, хотя так на первый взгляд мне кажется, что все эти фирмы мне понравятся. Вот в этих наборах ниточки Мулине, по-моему, ПНК Кирова. Здесь сейчас не написано, но, по-моему, у Жар-птицы ниточки ПНК, если я не ошибаюсь. Панна обычно комплектует нитками гамма. У них и канва всегда идет гамма. Да, вот гамма. Панна официальный представитель фирмы Гамма. У них вся такая комплектация. А вот фирма Овен, сейчас мы с вами посмотрим, пишет ли ПНК Кирова. Вот. Написано нитки ПНК Кирова и бисер чешский, и игла. Ну, в общем, здесь полная комплектация. Девчонки, помните, мы с вами говорили, когда едешь в поездку, берешь этот наборчик, распечатываешь, а иглы-то нет. Это страшный сон вышивальщицы. Но Жар-птицы уже давали интервью представители фирмы, и они говорили, почему они не вкладывают иглу, но в целях экономии, чтобы наборчики не были очень дорогие. Ну, я думаю, в принципе, иголочка стоит копейки. И если бы даже наборчик стоил, там, не знаю, на 20-30 рублей дороже, пусть там игла дешевая, но она есть, да, уже это было бы намного лучше. Я думаю, что такую разницу в цене вышивальщицы бы не заметили. А вот присутствие иглы в наборе заметили бы, как вот, допустим, чуть подлиннее нарезка ниток. Но все равно, девочки, я так рада, что производители нас слышат. Мы так много говорили о том, что ниточки в наборах Жар-птица очень короткие, и производитель стал нарезать ниточки длиннее. Большое спасибо производителям, что они смотрят обзоры, смотрят наши видео. Даже если наши зрители иногда возмущаются, зачем вы говорите о каких-то негативных моментах, или зачем вы сравниваете, зачем вы обсуждаете подробно эти наборы и нюансы, именно потому что производители прислушиваются к тому, что мы говорим. Вот, так что, девочки, пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели улучшить в наборах. Например, написали бы, хорошо бы в наборах Овен добавить то-то, то-то, или хорошо бы в наборы Жар-птицы добавить иголочку. Я, конечно, понимаю, что все наши просьбы производители выполнить не смогут, потому что мы, вышивальщицы, народ капризный, но вот такие нюансы, подлиннее ниточки нарезать или там положить иголочку, нас производители услышат. Я очень рада, что все-таки фирмы-производители отвечают на наши вопросы. Я, правда, уже не могу сейчас точно сказать, где именно я смотрела это видео. Ну, допустим, Юлия Лишенко показывала обзор на фирму «Новослобода». Там показывали броши, новое направление у фирмы «Новослобода». Так что представители фирм, они очень часто дают интервью нашим блогерам, и понятно, что комментарии они читают. Даже в Инстаграм, когда я выставляю фотографии посылочек, либо наборчики вышиваю, купленные в том или ином магазине, я делаю отметку этого магазина, и представители магазина заходят на страницу и отвечают на комментарии. Так что вот так, девчонки.
Давайте будем максимально культурно выражаться в комментариях. Пишите свои пожелания. Старайтесь писать их в доброжелательной форме, а не в ругательной. И обязательно мы донесем всю эту информацию до производителя. Блогеры постараются, чтобы производитель услышал все ваши пожелания. Ну а вам, зрителям, большущее спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Если вам интересно, переходите на другие мои каналы. Все ссылки есть под видео. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ну и также я оставляю вам ссылочку на магазин Феешоп, где вы можете сделать прекрасные покупки. И еще открою вам такой маленький секрет. Если вы при заказе введете промокод 123456, то вы получите скидку 23% по предоплате. Девочки, я во всех магазинах делаю сразу полную предоплату. И нигде мне эту скидку сразу 23% не предоставляют. А вот на этом сайте Феешоп вы всегда можете пользоваться этим промокодом 123456. Удачных вам покупок! С вами была Инесса. Всем пока-пока!